Всем привет, с вами Демон Сталкер и добро пожаловать на мой канал. Это игрушка Дракин ТЛС. Мы продолжим писать свои книги и заметки. В прошлой серии я не выяснил, как публиковать свои книги, но я вот чуть-чуть поиграл и разобрался. Так, смотрим. Это легко и просто. А давайте это компьютерная заметка. Компьютер Гой 2. Ну, это у меня будет. Оп, оп, оп. Понатыкали здесь всяких всячин. Пишем. Нужно, чтобы здесь цифрика было больше 20. Видите, теперь могу. О. Это мои прошлые статьи. Та-та-та. Так, это, ну я на английском не читаю, теперь публикую. Смотрите, теперь можно выбрать. Выбираю все газеты, где публикуются. И оп. Также можно здесь всякими подработками заниматься. Написание статей. Потихоньку развиваемся, вон телефончик приобрел. Чем больше эта цифра, тем лучше. И штопик мафии. Ну, имею еще... Мне надо 50 опыта, чтобы... Топик мафии. У меня даже топик мафии нету, да. Это должно со временем где-то... Приходит, покупаем книжки. Можно опять что-нибудь давать историк. О, техникал. Техникал. Medieval Spore, Hell, Динозавр, криптография. Техникал. Компьютерс. Напишем свою статейку. Ну, мы пока пишем. Оп! 37 медали, 37. Это вообще отлично. Отправили на отзывы. Какая-то книжка появилась. Покупаем. Теперь можно публиковать. Также выбираем все газеты и публикуем. А теперь мы можем почитать книжку новую. Игрушка прикольная. Поскорее бы что-нибудь дальше появилось, там, компьютер, там, еще что-нибудь. О, видите? Компьютер гайд. Не присылают, типа, дорогой Демон Сталкер. Типа, плиз, это что-то, типа, улучшите. Ты говоришь, ну, конечно, сейчас улучшим. Начинаешь, и тебе дают еще 900 долларов. И потом она выходит в газете. Так, ну надо дочитать. Дочитать топик.
Здесь можно останавливаться, потом продолжать романс спейс. Так, журнализм и крайм. Крайм это не помню, что такое. Давайте вот это, да. Здесь уже пишет типа на New Genre Topic Combo. Что здесь еще можно? О, short. Можно short story. О, short story. Драма. Фига себе, о. Криминальная драма. А давайте попробуем, ребят, написать криминальную драму. Может, я уже не, даже не видел, что я могу тебе драму. Видите, некоторые не заходят. Хотя была отличная статейка. Ну а что, двадцатка здесь была? Подождет. Давай, давай, двадцатка. Теперь мы, о, мы можем в газете публиковать. А здесь, а что, мы не публиковали, что ли? Это глюк. Мы же вроде публиковали. А это, подождите, на что-то пришло, да вот. Вот, отлично. Так мы зарабатываем денежки. Пишем всякие различные статейки, история короткая. История, короткая история, на 5000 слов. Вот crime drama. Подождет. Вот, ребят, теперь мы можем что-то прокачать, но я даже не знаю, что. Давайте что-нибудь по характеристикам вчера пользоваться. Характер, персонаж, да? Персонаж. Теперь нам надо публиковать драму. Плюс к нам приходят подписчики. Фанаты.
Персонаж, это он выбирает лучшие, наверное, эффекты. Дорогой демон сталкер. Good agent important planning. Books published traditional agent. Less 500 фан. Что-то не знаю, что-то связано с 500 подписчиков. Если у меня будет 500, наверное, подписчиков, я могу книги публиковать. Наверное, типа того. Оп. Зашла. Та-та. А. Там что-то было, какая-то книжка. Религион топик. Давайте почитаем. Нам уже надо развиваться. Прикольная игрушка. Убийца времени, просто убийца времени. Вчера залип, понял, как писать это, публиковать статьи, это вообще было прикольно, да. Так, давайте, здесь только драма, да, топик. Медиа, детектив. Плохо пока что идет. Надеюсь, до двадцатки сможем. Сами заканчиваем. Жалко, нет пока что русификатора, было бы прикольно, да. В 15 дней, да, крути. Так. Денежки я люблю. Не, а кто не любит денежки, покажите мне пальцем, кто не любит деньги. Правда, не в деньги, к счастью. Детектив драма. 3000 даю, чтобы я покорректировал. Thank you.
Отправимся мы, пожалуй, в отпуск. Да, есть функция отправления в отпуск. Как раз нам пришло письмо, которое мы не можем сделать. Ага. Так, что это? Да, здесь только одни драмы. Так, ладно. Давайте артиклы. Гайд. Журналистский. Нет. Детектив Ньюс. Здесь лучше будет. Он показывает, что будет лучше. Self-help. Купим книжку, потом. Плюс один единый EP. Что это значит? Можно будет агента потом нанимать. Вот это надо. Чтоб у меня на все были вот эти. Или какая-нибудь триллер, комедия. Ого, 4000 даю, но а я не могу, я разве могу их делать? Гайд, давайте гайд по гайд по религии. Некоторых просто здесь нет вот этих, что они мне показывают. Это какие-то, может, основные. А вот Adventures. А, это все, вот оно. Fiction. Non-fiction. А, это non-fiction. Да.
Да я великий писатель, ваша ё-моё. Опс, это я, может, зря сделал. Надо было в зеленом секторе оставлять. Музыка такая прикольная. А вот, Давай прокачаем вот это. Теперь у нас нонфикшн вот эти все звездочки. Я могу. А, нанимаешь за 50 опыта, отлично. Я понял. Прокачиваем 50. Вот это надо. Сколько я буду писать? 87 дней, примем 3 месяца. На 40 000 слов, ну ё-моё. Сейчас быстро его потанемся. О, это вообще не зашло. Ну, у нас 500 подписчиков, ребят. 500 подписчиков. Ладно. Потом продолжим. Только одну четвертую часть сделаю. Так, агент. Это лучшая репутация у него. Так, и можно еще одного агента. И в чем смысл? В чем смысл агента? Рассказывайте. Что, даже половину не написали.
не спим, что-нибудь там. Даже половину не написал, блин. Да. Тяжеловато. Тяжелый труд писать, тяжелый. Только вот половину достигло. Антиутопия. Чувак. Очень долго, очень долго. И становится хуже, когда же зелененький по набору повышается. Так долго нельзя писать. Давай, подожми ты. Да уже больше чем 3 месяца. Слушай, иди, пускай в отпуск сходит, а? Теперь он должен лучше это делать, давай. Ну, даже в отпуске, блядь, все. Отгулялся, мозги, что ли. Очень долго. Вот такая, ребят, игра. Кому нравится, ставьте лайкосики. Поддержите мой канал, мне будет очень приятно. Так, с вами был Демон Сталкер. До новых встреч, увидимся через мгновение. Пока!